بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Мы с вами, дорогие братья, проходили цикл в кратком виде, ознакомливались с акидой, вероубеждением мусульман, как и в чем мы должны уверовать, какие должны быть принципы, какие должны быть отношения к нашей исламской догматике веры. В частности, мы должны знать, что дозволение харама, дозволение греха, любого греха, каким бы он ни был, грех малый, большой, приводит человека в куфру. Если человек легкомысленно, неуважительно относится к греху, считая, что данный грех, малый грех, ничего за собой не влечет, и какое горе может нести этот грех, если человек с таким подходом относится к данному греху, если даже это грех самый такой минимальный грех, человек попадает в неверие, куфр. Поэтому мусульманин должен остерегаться такого отношения к любому виду греха, каким бы он ни был. Категорически должен остерегаться всех грехов. Считать каждый грех, каким бы малым он ни был, большим. И потому что малые грехи влекут за собой большие грехи. Малый грех тянет к еще другому, другой за третьим, третий за четвертым, и образуется гора. Также, если человек издевательски, насмехательски относится к шариату, тоже выводит человека из веры, приводит к куфру. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от этого. Если человек точно установленный халал, дозволенное, считает запретным, тоже выводит человека из веры, приводит к куфру. А если же в этом вопросе, в вопросе данного, там, например, элемента, данного явления, есть разногласия, некоторые ученые считают, что этот вопрос халал или же харам, другие утверждают, то в этом случае человека не выводит из веры, но все-таки возводит в ранг фасиков, нечестивых людей. Человек, если даже мусульманин, если даже данный факт, не установленный именно данное явление, данный хукму, не утвержденный как со стороны халяля, харама, мусульманин должен уважительно относиться к этому хукму. Не обязательно, чтобы оно было точно вынесенным халяль или харам. Должен относиться уважительно, бережно, осторожно. К примеру, если человек дозволяет точно установленный харам, как, например, прелюбодеяние, зина, считает его дозволенным халалом, этот человек попадает в неверие. А если человек данный грех совершает без дозволения, но он знает, что это действие не дозволено, но все-таки наступил на это действие, этот вот человека, вот этот грех вводит в ранг нечестивцев, фиску. Тот, кто человек, который описывает Всевышнего Аллаха тем, что не подходит Всевышнему Аллаху, или же издевается над одним из имен Всевышнего Аллаха, или же издевается над любым из повелений Всевышнего Аллаха, или же отрицает обещание Аллаха, угрозу, данную Аллахом в Коране, то этот человек попадает в неверие.
Также человек попадает в неверие в том случае, если он пожелает, чтобы данный какой-то из пророков не был пророком, если у него будет даже такое желание, выводит его из веры. Если человек смеется довольным, когда кто-то из людей сказал слово куфра, он смеется довольным над этим, тем, что он сказал, выводит его из веры. Чем? Потому что «Ар-рилла биль-куфри куфрун» – есть такое правило. Довольствие неверием – уже неверие. Человек никогда не должен быть довольным, как, чтобы исходило от него, как от него, так и от другого, что-либо, какое-либо действие, какое-либо слово, какое-либо убеждение, которое выводит человека из веры. Вот так мы должны относиться бережно к принципам ислама. Мы должны желать в первую очередь себе, в вторую очередь всем остальным, чтобы мы до конца своих дней берегли эти принципы, чтобы ни на шаг не отходили. Также человек, который садится на какое-либо место, возвышенное место перед джамаатом, ему задают вопросы. Он отвечает на эти вопросы, религиозные вопросы. Но те люди смеются над этим человеком. Бьют его, там, швыряют в него там, разные предметы. Там, кто-то туфлю бросил и так далее. Смеются, насмехиваются. Все эти люди, говорят, попадают в неверие. Поэтому ильму, который идет от Аллаха, надо уважать. Ученых надо уважать. Оскорбление ученого – это уже оскорбление самого ильма. Ильму идет от Аллаха. Все взаимосвязано. Также человек попадает в неверие в том случае, если он повелевает другому человеку, приказывает другому человеку выйти из веры. Нельзя приказывать другому человеку такое, говорит. При коммунистах было такое одно время распространено среди атеистов, что только они не пытались внести. Или же, если даже он намеревается повелеть человеку, чтобы тот вышел из веры, в этом случае он выходит из веры. Также человек теряет веру в том случае, когда он пьет опьяняющее или же совершает зина, произносит имя Аллаха, бисмилляхи, говорит. Он уходит из веры, этот человек. Также лишается веры в том случае, если совершает намазы не в сторону кыбли, преднамеренно, не в сторону кыбли. Или же совершает намаз без омовения, намеренно, преднамеренно совершает намаз без омовения. Это время тоже, говорит, человек теряет свою веру. Также опасный момент при следующем человеке, когда он говорит слово куфра, просто не придавая ему значения этому слову, просто легкомысленно, неуважительно. Осторожно надо говорить такие слова. И так далее, и тому прочее. Очень много моментов, которые заставляют человека лишаться своей веры. Надо остерегаться. Словом, одним словом, здесь нам понятно, что мусульманин должен вести себя сдержанно, умеренно, должен следить за тем, что он говорит, следить за тем, что он делает, за тем, что он думает, прежде всего. На языке у нас, язык наш выражает то, что в нашем сердце. Как говорят, язык тарджуманул кальби. Он переводчик всего лишь сердца. Он переводит состояние твоей души, то, что у тебя в душе. И чаще всего, конечно, разоблачает. Язык мой, враг мой, разоблачает нас. Отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха тоже является куфром. Нельзя отчаиваться в милости Аллаха, Всевышний Аллах. В Коране сказал: «Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, ла йайасу мир раухиллахи илляль-каумуль-кафирун». Садакаллаху-л-азим. Где Всевышний Аллах говорит, что в милости Аллах отчаиваются только неверующие люди, люди, которые потеряли веру.
Так же, как нельзя отчаиваться в милости Аллаха, нельзя полностью быть уверенным в том, что Аллах не испытает твою веру, что Аллах не подвергнет тебя каким-то испытаниям, какому-то обману, козням, как был подвержен сатана. Так как вот в макрулла, вот в этих испытаниях, кознях, которые тебе приготовлены, уготовлены, уверен будет только люди, которые потерпели неудачу. Поэтому человек, мусульман, должен находиться, как известно, между страхом и между надеждой. Вот это самое лучшее состояние мусульманина. Следующий опасный момент – это подтверждение, признание предсказателей, которые выводят человека из веры. Это человек, который пытается якобы хочет рассказать нам о сокровенном. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман ата кахинан, фасаддакаху бима якул, факад кафара бима унзила аля Мухаммадин, алейхи салату ва салям». Человек, который пришел к предсказателю, или к другому подобному, человек, который занимается подобным видом деятельности, он признал этого человека, поверил этому человеку, то этот человек, значит, отрекся от того, что было отправлено к Мухаммаду, говорит, алейхиссалату вассалям. Кто такой предсказатель? Предсказатель – это человек, который хочет рассказать о будущем, о происшествиях, там, ожидаемом будущем времени. Человек, который утверждает познание каких-то секретов, познание сокровенных наук. Среди арабов раньше были такие предсказатели, которые утверждали, что они знают секреты. Некоторые даже утверждали из них, что у него, имеется в виду у этого предсказателя, есть хозяин из джинов. Хозяин джинов и другие силы, которые рассказывают ему эти хабары, ему вот эти рассказы. Из них были люди, которые говорили, что он достигает вот эти секреты, познает эти секреты посредством разума, посредством своего разума, которым он одарен. Астролог, то же самое, если он утверждает, что он узнал будущее, что это именно дар его особый, это время этот человек тоже, говорит, отходит от веры. Но если, как Ибн Хаджар Аль-Хайтами, Аль-Фатава Аль-Хадифия говорит, но если он связывает происшествие, будущее происшествие каким-то признаком, что именно вот эти признаки указывают на то, что вот такое данное действие произойдет в будущем, то не попадает в куфру. А если же обратно утверждать, что он именно узнал какие-то секреты, какие-то там сокровенные, то в это время, говорит, выходит из веры. Поэтому в общем, что надо знать? Знание сокровенного – это такое дело, такое обстоятельство, которое ведомо только Всевышнему Аллаху. Нет у рабов доступа к этому знанию, к этой информации, кроме как, если сам Аллах не дал знать этому человеку. Или же Аллах сам не внушил этому человеку, как чудо пророкам, что присуще пророкам, или же карамат. Карамат – тоже чудо, что присуще аулияам. Вот двумя этими способами может либо пророк, либо валий познать часть сокровенного, которое было раскрыто ему Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах защитит наш иман, пусть Всевышний Аллах укрепит наш иман. Защитит наш язык, наши сердца, наши части тела от всего греховного, что приводит нас к лишению имана. Дальше. Мертвецы, мертвые люди, они получают пользу от молитвы.
живых людей, от молитв живых людей и от садакатов, от милостыни живых людей за них, за их души. Мутазилиты утверждают обратное. Мутазилиты говорят, что у человека судьба уже предрешена, поэтому не добавишь, не убавишь при жизни или же после смерти, ничего не добавишь, не убавишь, говорят мутазилиты. Это уже отдельное течение, течение отколовшееся, как говорится, от основной массы мусульман, называемые мутазилиты. В достоверных хадисах, особенно в хадисах, касающихся джаназа, намаз, переданы момент, который указывает на то, что дуа умерших, заступление за них, заступничество за мертвых принимается Всевышним Аллахом. Эти хадисы передавались из поколения в поколение. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ма мин майитин тусалли алейхи умматум минал муслимина яблугуна миэтан, куллухум яшфауна леху». Всякий мертвый человек, за которого совершает часть мусульман намаз, часть мусульман, который достигает 100 человек, которые пытаются просить за него заступничество, то Всевышний Аллах примет их заступничество за них. Хадис передан. Вот этим выражением передан, этими же словами передано имама Муслима. Именно в Китабу Джанайз, где говорится о джанайзах. Саад ибн Убада рассказывает, что он сказал: «Я Расул Аллах, о пророк Аллаха, инна умма Саад матат, умму Саад, говорит, умерла, фа айю садакати афдал». Какой же вид милостыни лучше за нее дать? И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Факаля альма, воду, лучше за нее дать воду». И тогда фахафара би'ран, Саад ибн Убада, говорит, вырыл колодец, вакаля, и сказал: «Хадихи ли умми Саад». Это колодец для умму Саад, за ее душу, для нее, чтобы вознаграждение, выпитой из нее воды, чтобы шло, досталось умму Саад. Хадис передается Абу Даудом в Китабу Закати, глава, где говорится о достоинстве, превосходстве поить водой, напоить человека водой. Вот там рассказывается этот хадис Абу Даудом. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ад-дуау яруддул бала». Дуа, молитва, препятствует бедам. В другом хадисе есть: «Вассадакату тутфиу галабар Рабб». Ассадака, милостиня, тушит, это образно, гнев Господа. Гнев Всевышнего Аллаха, говорит, она препятствует этому гневу. Поэтому Всевышний Аллах, дорогие братья, любит наши даваты, наши молитвы, исполняет наши желания. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, удууни астаджиб лакум». Всевышний Аллах говорит: «Зывайте ко мне, просите у меня, и я отвечу вам». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Юстаджабу лил абди ма лам яд'у би исмин ау кати'ати рахим, ма лам ястаджил». Раб получает ответ на свою молитву, мольбу, в том случае, если он не просит у Аллаха греховное, или же не просит разорвать родственные узы у Всевышнего Аллаха, пока этот раб не будет торопиться. Если он торопит Всевышнего Аллаха в ответе, в этом случае он не получает ответ. Должен уповать на Всевышнего Аллаха и не просить своей молитвы плохого. Просить только хорошее, только достойное, только моральное. Еще есть другой хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором говорит: «Инна раббакум хайюн карим, ястахи мин абдихи, иза рафа ядейхи илейхи ан яруддахума суфра». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: Всевышний Аллах, он поступает с вами наподобие
стеснительного, наподобие стеснительного человека поступает с вами. Он почтенный Аллах, он щедрый, он стесняется своего раба в то время, когда раб поднимает к нему свои руки, вернуть эти руки пустыми. Всевышний Аллах говорит, стесняется. Вот как стесняющийся человек, Всевышний Аллах наподобие этого обращается со своим рабом, когда раб просит у него. Этот хадис передан Абу Даудом фиссала, в Китабу Сала, глава Дуа. И имам Тирмидием передан этот же хадис в Тааватах. Табарани передал в книге Аль-Кабир. Есть номера тоже хадисом. Мы должны знать, конечно, что опорой во всем этом перечисленном моменте является сидкун ния, чистота, искренность нията, намерения, чистота внутреннего содержания человека, сосредоточенность сердца. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Удъу Аллаха, ва антум мукинуна биль иджаба». Просите у Всевышнего Аллаха, будучи уверенными в ответе. «Ва'ляму», и знайте, «анна Аллаха та'аля», что Всевышний Аллах, «ля ястаджибу дуа», не отвечает на молитву, «мин калбин гафилин лахин», не принимает мольбу от сердца, отвлекшегося от Всевышнего Аллаха. Лахин тоже означает гафилин. Хадис передам имам Хакимом, Тирмидием, Табаранием, имам Ахмадом. Также мы должны знать, что Всевышний Аллах точно так же, как принимает молитву мусульман, Всевышний Аллах принимает мольбу не мусульман. Даже неверного человека принимает Всевышний Аллах дуа. Хотя в этом вопросе есть спор, хиляф между учеными. Но большинство говорят, что фатва основывается на этом хукме, на этом решении. Решение выдается таким образом, что даже кафира дуа принимается Всевышним Аллахом. Для этого в качестве доказательства приводят аят из Корана, когда шайтан, иблис, попросил у Всевышнего Аллаха и сказал: «Аузу биллахи мина шайтанир раджим». «Робби фа анзирни». Сатана просит дать ему отсрочку время. И Всевышний Аллах сказал: «Иннака миналь мундарин». Тебе дана отсрочка. И тогда сатана клянется и говорит: «Я непременно веду твоих рабов в заблуждение». Также мы, мусульмане, должны верить в признаки, которые будут предшествовать судному дню. Потому что передано от пророка, рассказано от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, верить в выход даджала, таббатул арл, животного особенного, который выйдет из земли, яджуж маджуж, приход маджужа маджуж, нисхождение Иса алейхи салям с неба, в появлении, восходе солнца с запада. Мы должны верить во все это. Почему? Потому что это передано от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Передают хадис, что Худайфа ибн Усайд аль-Гифари сказал: «Итталя Расулуллахи алейна, саллаллаху алейхи вассалям, алейна, ва нахну натадакар». К нам появился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в то время, когда мы занимались, повторяли, занимались ибадатом, поминали Всевышнего Аллаха, и он сказал: «Вама тазкурун». Что же вы здесь упоминаете? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они ответили: «Калю назкуру са». Мы здесь вспоминаем са, когда наступит судный день. Кала. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тогда сказал: «Иннаха лан такума хатта тарау каблаха ашра аят». Не наступит судный день, пока вы до его наступления не увидите 10 больших знамений. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул фадакарат духан, упомянул дым, упомянул даджала, вот этого животного, появление солнца с запада, приход, второе пришествие Иса ибн Марьям, яджуж маджуж, еще тройное затмение солнца, затмение на востоке, на западе и затмение на Аравийском полуострове.
И последним признаком, последним знамением, говорит, пророк Саусом упомянул, выход огня в Йемене, со стороны Йемена, который будет гонять людей махшар. На махшар, то есть на в судный день, на судный день. Пусть Всевышний Аллах сделает для нас легким преодоление всех препятствий, которые нас ожидают, всех трудностей, в которых мы находимся. Пусть Всевышний Аллах бережет наш иман, наш слабый иман. Это нелегкое время. Пусть Всевышний Аллах даст нам истинных наставников, которые наставляют нас до судного дня. Пусть Всевышний Аллах бережет нас от плохого товарища, от плохих друзей, от плохой лживой информации, которая губит нашу умму, наш народ. И в конце имам Муслим в своей книге «Сахих» передает от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что Абу Хурайра сказал: «Ман хараджа мина таа» — человек, который вышел из покорности, «вафарака аль-джамаа» — и отделился от джамаата, от общества, мусульманского общества, «фамата» — и умер, вот будучи вот в таком положении, «мата митатан джахилия» — он умер смертью, доисламской смертью, когда ислама умирали люди, вот такой невежественной смертью, говорит, он умер, этот человек, который вышел из покорности имаму и вышел из джамаата, из общества. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ или عُمِّيَّةٍ — человек, который сражался под слепым знаменем, не зная, за что он сражается, против кого он идет, сражается, бьется, يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ — гневаясь ради какого-то фанатизма, أَوْ يَدْعُ إِلَى عَصَبَةٍ — или же призывая к какому-то фанатизму, أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ — или же поддерживая какой-то фанатизм, فَقُتِلَ — и убили этого человека вот такой войне, на такой битве. فَقِتْلَةٌ جَهِلِيَّ — это тоже, говорит, невежественная смерть. Смерть, которая была до ислама еще, невежественная. В то время тоже люди убивали друг друга, не знали, ради чего идут, ради чего убивают племена против племен. Вот такая же, наподобие такой же смерти, говорит, этот человек получает. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي — человек, который вышел против моей уммы, يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا — начал бить и благочестивых, и хороших, и нехороших людей, всех вместе начал бить, убивать. وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا — и не остерегается, не отдаляется от мؤмина, не остерегается. وَلَا يَفِذِ لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ — и не выполняет данное им обещание. Вот такой человек, «фалейса минни валасту минху», пророк саласам сказал, «я не принадлежу к этому человеку, и он не принадлежит ко мне». Пусть Всевышний Аллах убережет нас от такого явления, от таких людей, от такого произвола. И пусть Всевышний Аллах примет нас, очистит наши ниеты и защитит от всякого зла. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدا، ومن العمر أسعدا، ومن الإحسان أتم، ومن الإنعام أعم، ومن الفضل أعذب، ومن اللطف أقرب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا عليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله.
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة